Привет, друзья. Вот мне мой тайный советник сказал, чтобы я эти свои важные слова сказал с интервалами, с паузами. Сейчас скажу. Ну, я, как всегда, в своем стиле. Куда денешься от себя? От себя никуда не денешься. Вот самое интересное, сейчас рисовал там в коридоре, в полутемноте. И больше света добавлял. Потом опять пошел посмотреть, но там же все потемнело в это время. И я включил свет, оказывается, я не ту краску взял. О, боже мой. Ну, так, чтобы форма соответствовала содержанию, поэтому я попытаюсь сейчас сказать очень важные слова в таком важном, ну, в такой форме. Принятие есть с осмыслением или на веру. Есть люди, которые принимают на веру, например, чьи-то сказанные истины, без анализа сопоставления, то есть без осмысления. А с чем, по большому счету, нужно сопоставлять? На что равняться при выработке отношения? Осмысление невозможно без высших корковых функции мозга, это я вам скажу. Я раньше говорил, что творчество – поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Это когда ты болеешь не только о себе. И чем шире масштаб личности, тем больше вовлечен в это мироощущение весь мир, все человечество. Поэтому без науки человечности невозможно истинное творчество ни в чем. Ни в танце, ни в поступке, ни в слове. И в принципе существование в социуме, если только принципиально не быть отшельником, нужно осознание своей роли в мире и предназначение. Ну вот, вроде бы как выпалил. Ну не знаю, дойдет это до каждого или нет. Итак, повторю коротко суть. Можно принимать что-то на веру, ну, по разным причинам. А можно с осмыслением. А осмысление требует анализа, сопоставления. А с чем сопоставлять? На что равняться? На высшие общечеловеческие ценности. Поэтому само творчество – это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческой ценности. И неважно в чем. Хоть в танце, хоть в поступке, хоть в слове. Вот что такое творчество. Вот что значит самоосмысление и осмысление при принятии каких-то решений. Поэтому то, что мы создаем науку человечности, это как раз-таки об общечеловеческих ценностях. Без этого творчества невозможно истинное. До встречи.